Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное путешествие, доставка нового автомобиля Lada Vesta SV, цвет платина. Мы сегодня делаем доставочку город Ухта, Республика Коми. Клиент Владимир заказал у нас доставку на новый автомобиль, соответственно, приобрел этот автомобиль. Мы уже подготовили автомобиль к доставке. Установили все необходимое дополнительное оборудование, которое попросил Владимир. Еще раз сейчас автомобиль полностью перепроверили. Проверили перечень дополнительного оборудования. И готовы выдвигаться. Расстояние у нас 1500 километров, друзья. 1500 километров доставка нового автомобиля Lada Vesta SV. Такое мало кто делает, друзья, но мы это делаем. Так что сейчас мы будем выдвигаться в путешествие, так сказать. Я по этой дороге, если честно, еще не ездил в эту сторону. У меня все больше было направление Ставропольский край, Москва, в ту сторону. А сейчас мы будем выдвигаться в Республику Коми, друзья. Посмотрим природу республики. Вот. Остановочки, естественно, я буду все записывать, рассказывать, как у нас продвигается путь, сколько километров мы прошли и так далее. Ну что, друзья, погнали мы. Республика Коми, город Ухта. Едем по Президентскому мосту в городе Ульяновск. Красивое место, конечно, очень красивое. Друзья, заехали мы в Казань, точнее, будем проезжать город Казань, на посту остановили. В основном, кстати, я заметил, вот как едешь в сторону Республики Татарстан, Казань, на каждом посту останавливают. И в основном все, знаете, что спрашивают, сколько стоит такая машина. Вот, в Ульяновске оставил сотрудник меня и говорит, сколько стоит такая машина. А он говорит, где купил? Я говорю, ну, в Тольятти купил. Говорит, где? Я говорю, новый Лада Тольятти. Вот. Я ему говорю, вот позвоните Денису, спросите. Вот. Так вот. Короче, продвигаемся мы дальше. Уже проезжаем Казань. Дальше идем на Йошкар-Олу, Республику Мариил. Пока все прекрасно, все отлично. Настроение хорошее. Я не устал, хорошо себя чувствую. Машина тоже себя ведет прекрасно. Погода, правда, в Казани на Чива немного портится. Потому что до этого мы ехали, было солнышко, а здесь уже едем, уже тучки у нас. Вот. Тучки и немножечко, как бы, как будто по капу дождик пойдет, я думаю. Вот. Так, ну что, далее у нас Йошкар-Ола. И сделаем там остановочку, попьем кофейка немножко. Надо будет отдохнуть, потому что, в принципе, я вот так выехал с Тольятти, я еще даже не останавливался. То есть я вот еду. И планирую, у меня, в принципе, была по плану остановка именно в Йошкар-Оле. Поэтому прибегом в Йошкар-Олу. Проехали мы Республику Мариил. Далее мы проехали уже Кировскую область и сейчас заезжаем в Республику Коми, друзья. До Сыктывкара нам остается 300 километров. Остались мы на заправке, посмотрели автомобиль. Чувствую себя отлично. Сейчас 3 ночи. Уже, кстати, светло. Вот. Так что делаю небольшую передышку, пьем кофе и двигаемся дальше в сторону Сыктывкара. 300 километров. Сделаем там остановку, заправимся и уже дальше в город Ухта на выдачу автомобиля.
Проехали мы город Сыктывкар и теперь двигаемся уже в сторону города Ухта. Города, так сказать, финальной нашей точки прибытия, где мы будем делать осмотр с Владимиром автомобиля до Ухты. От города Сыктывкара 315 километров. Вот, приблизительное время где-то в пути 4-4,5 часа. Вот, так что теперь, друзья, мы направляемся уже непосредственно в город Ухта, чтобы выдать автомобиль Lada Vesta SV. Вот, и табличка 56 километров до города осталось. Мы уже созвонились с Владимиром, договорились встретиться на Луковицкой заправке при въезде в город. Уверенно себя, в принципе, держит на дороге автомобиль по экономичности, я хочу отметить. Хороший экономичный автомобиль. Чувствительность руля тоже превосходная. Шумности, в принципе, как таковой нету в автомобиле, то есть комфортно сидеть, ехать вообще в автомобиле Lada Vesta очень удобно. Это я хочу вам отметить. То есть я проехал 1500 километров, да, что я ездил в Кабардино-Балкарию, да, делал доставку, проехал 1600, по-моему, тоже все отлично. И вот, пожалуйста, Республика Коми, город Ухта, 1500 километров, и также отлично себя чувствую. Поэтому можно путешествовать с Ладой, с Ладой Вестой спокойно, ребята. Поэтому приобретайте эти автомобили, хорошие автомобили. Друзья, мы заехали в город Ухта, едем за Владимиром. Знакомьтесь, Владимир. Здравствуйте, всем привет. Самаре привет. Клявлина привет. Земляк. Земляк, да. Самарской области. Вот, ну, живет всем подписчикам и гостям канала Новая Лада Тольятти. Всем привет огромный. Спасибо. Вот, друзья, хотим поздравить Владимира с прекрасным приобретением, с доставкой. Друзья, 1500 километров мы из Тольятти прибыли в город Ухта сделать выдачу Владимиру. Напомню, ранее Владимир сделал предоплату за автомобиль и заказал 5 числа, в среду после обеда. Да, а сегодня, сегодня 8-е. Машина уже здесь. Меньше 3 суток. Меньше машина 3... уже на месте. Да, мы сделали дополнительное оборудование, мы установили. Молодец, Денис. Колеса. Уложение. Спасибо большое вам. Мы установили колеса 16-е ЛС-овские. Ну, вы видели в прямой эфир, и я снимал до этого перед выездом. Значит, сетку в бампер 2500, тонировка задней полусферы 3000, сигнализация старвайна с автозапуском 14 500 рублей. Ну, в принципе, ну и зимняя резина. Да, зимняя резина, Мишлен XS4 и брезговики, да. Стоимость автомобиля 870 000, комфорт винтер комплектация, СВ кузов. Так что мы поздравляем Владимира. Сказать можно? Да. Чтобы понимание было, у нас в столице, в Сыктывкаре, дилеры АвтоВАЗа, официальные дилеры, не буду называть названия, эта же машина, я уже как Денису озвучивал, эта машина на штампованных на 15-й резине из допов, комфорт винтер такая же, в этом же цвете платина, из допов сигнализация, коврики салон, коврики багажника, упоры капота, цена 990-225. Здесь с доставкой вышло 980 с копейкой. Вот считайте, ребята. Как. Но здесь доставка и плюс еще, я считаю, мы колеса. Да, и колеса. Я не говорю про допы, это зимняя резина премиум класса. Мишлен. 16-е. Литые диски на 16-летняя резина. Ну и плюс еще сетка, тонировка, коврики. То есть и тут сигналка.
Но коммент, как говорят, без комментариев. Ну все, мы поздравляем еще раз. Так что, друзья, пишите, жду ваших заявок и заказов. Мы делаем доставки вот такие даже далекие, то есть 1500-1600, для нас это не проблема, и делаем это быстро. Поступила заявка, мы ее быстро обрабатываем и выдвигаемся в путь. Вот. Контакты все в описании, Viber, WhatsApp, либо Instagram, жду заявок, друзья. До новых встреч, пока.